Ребята, у меня сегодня большая радость. Только что я получила свои заказы от parfumania.rf. Там находится мой любимый парфюм, и я хочу вам сегодня его показать. Он просто божественный. Я их сейчас распакую быстренько и покажу вам. Это Armani Prime, один из моих самых любимых ароматов. Только посмотрите, какой он красивый, он с шиммером. Напоминает что-то такое розовое, пахнущее, цветочное и в то же время ванильное. Очень вкусно, но самое главное, почему мне он так нравится, он очень стильный, он блестит. Я вам покажу. Я заказываю свой парфюм только на Parfumania, потому что у них очень большой выбор, и мне очень нравится там заказывать. Это удобно, это красиво, это быстро и доступно. Если вам нужен парфюм для себя или в подарок, заходите к ним в Instagram parfumania.rf, ссылочку я оставлю вот здесь внизу в описании, и заказывать. Также вы можете задавать им различные вопросы, там очень френдли ребята, которые вам помогут совсем разобраться, так же, как в свое время они помогли мне в этом. Ссылку на их Instagram я оставляю в описании, а также вы можете зайти на сайт parfumania.rf, там тоже есть все ссылки, вся полезная информация. Ну а мы начинаем. А сегодня мы посмотрим самые новые, самые жуткие видео про радужных друзей, которых сейчас все почему-то обожают. А если вы хотите, чтобы радужные друзья стали и вашими друзьями, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы. А мы начинаем. Здрасте. Как это прекрасно, что вы здесь появились только что. Мне так интересно за вами наблюдать, потому что это интересный персонаж. Он опасный, красивый, умеет испаряться, появляться. У него классный лук, значит, он классный. Парень, пришел в больницу. Зачем ты сюда пришел, интересно? Потому что что? Синий под капельницей. Все рыдают. Внимание, все плачут. Всем грустно, но то, что начинается с драмы, ну, имеет большую вероятность, что в конце все закончится хэппи-эндом. Я в это верю. Капец, что же делать-то с ним? Нужно как-то его чинить. А кто знает, как чинить радужных друзей? Это не человек, к нему вряд ли подходят эти методы. Я не знаю, что же делать? Капец, какой вообще ужасно! Все рыдают, стены плачут, там монстрик. Этот зеленый тоже плачет. Ну все, в общем, драмище вы, ребята. Не плачьте только, пожалуйста. Рип-рыбу. Так вот, это рип-рип синенького. Все очень грустно. Кто ты? Ну, знаете, это прям печалька. Может быть, может как-то... Я вижу, что в этом видео существует потусторонняя определенная сила, которая может помочь... Воскресить его. Воскресить. Ну? Ангел смерти, плиз. Пипец, проникнитесь этой грустью, пожалуйста. Я не буду ничего даже говорить. Все вспоминают, как он был классный, как он был добрый. Да черт. Я думаю, что он вернется все-таки, потому что это радужный друг, они совсем умирают. Боже, как красиво нарисовано. Обожаю, когда нарисовано красиво, а не как-то как попало. Видите, какая красивая девочка? Такая аниме, очень круто выглядит. Да и синий здесь довольно-таки такой кинематографичный. Пипец, он как настоящий монстр. Куда же ты собираешься бежать от него? Он уже близко, он уже рядом. Вообще происходит ситуация в какой-то потемке. И непонятно, куда ей бежать. Он ее схватил. Он ее завязал. Он ее съест. Да!
Ух, что там делает? Салатик режет. Жуть какая. Зачем она такая красивая с розовыми глазами? Волосами. Нет! Это был кошмар? Это был кошмар, я надеюсь. А, нифига не кошмар. Видимо, он приходит к ней во сне и мучит ее, как, знаете, Фредди Крюгер делал. Да-да-да. Да-да-да-да-да. О, зелененький. Зелененький прибежал в туалет. Ну а что ты здесь сел и трясешься? Дело-дело, которое должен сделать мой сладкий-сладкий зелень. Ракета! Откуда там она? А, ну это облегчение называется. Вот и все. Боже. Это ужасно. Это нужно смотреть сразу, как только заходишь в кабинку в общественном туалете. Сразу смотришь, есть ли бумага или нет. Если нет, идешь в другую кабинку, берешь там оттуда и идешь обратно в свою кабинку, если она тебе понравилась. Все. Да. Эй, типа ты че? Это моя бумага, да хватит ее всем там целый рулон. Вы ненормальные за бумаги драться. Ну ты вообще, конечно, какой-то некультурный. Почему я должен это смотреть? Кайфы радужных друзей. А это так и остался, знаете, без бумажечки. В этот туалет не стоит заходить вообще, в принципе. Никому. Смотрите, драка, кто же победит? Я не знаю, мне кажется, зеленый, у него больше мотивации, потому что он не закончил дело. Бумага все-таки ему не досталась, как он этого не хотел. Блин, он еще стал более квадратным. Они в женский зашли? Конец вам. Обоим. Обеим. Двоим. Мир, говорит. Фингал классный, конечно же, после этого уже можно мириться, уже все. Ну, конечно, нет. Нельзя так быстро прощать обиды, особенно если у тебя фингал. Извините, девочка, это вам. А, он при ней это сделал. Кошмар. Вот это видео, я вам говорю. Такого мы с вами не видели, ну и, может быть, и слава богу, но теперь уже увидели все. Что ты боишься? Не бойся. Так. Боится ставить уколы. Это нормальный страх. Многие боятся ставить уколы, но я вам скажу так. Когда тебе поставят, например, 100-й укол, ты уже не будешь их бояться. Никогда. Тебе уже будет пофиг. Короче, чтобы изгнать страх, нужно его сделать. Например, боишься стоматолога? Сходи к нему много-много раз. Больше ставьте колы, сделай их. Ну, это, конечно, такой себе эксперимент, но если, допустим, боишься чего-то там, надо это сделать, если это не грозит твоей жизни дополнительно. Кто там? Эй, кто там? Кто же там? Кто же там? Нам интересно, вы такие прикольные, как леденцы. Раз, два, три, четыре. Жалко, что в этих сериях нет девочки. Она такая классная, розовенькая. Пока-пока-пока. О, божечки, крокодил, куда он упал? Это что за место? Похоже, на что-то льдистое. Реально, похоже на какой-то лед. Верни обратно. Фу. Убери это. Божечки. О! Вообще, я даже не заметил, как зубил весь лед. А что было? Почему так холодно было? Его надо брать с собой, если куда-то собираешься в Антарктиду.
Опа, ну вот этот крутой, он мне напоминает Железного человека. Ну, у него разработки, у него там мыслишки, у него там планы, у него лук. Пам-пам-пам. Кошмар, все разнесли. Что-то сейчас будет. Не отключайся, вернись, ты здесь нужен сейчас. Какие классные тени у него все зелененькие были. Быстрее беги, видишь, какой-то зеленый. Он сейчас какой-то не такой зеленый, как обычно зеленый. Он более болотно-зеленый сейчас, а обычно он поярче. О нет, слушай, мне так прикольно, что они любят эту игру, которая называется «Крокодил». Я ее тоже раньше любила, я обожала со всеми в нее играть, это было классно. Тараканы! А-а-а! Уберите! Фу, я их так боюсь, у меня уже на все сердце в пятке. Ля-ля-ля-ля-ля! Кошмар, он еще так хрустит, когда лапками передвигает, ну это же ужасно. Я думаю, что он очень хитрый таракан. Говорят, у тараканов существуют вот в этих усиках датчики движения. Он может предугадать, куда ты отпустишь свой тапок, в общем. Мама, он прям к нему ползет! У меня ощущение, что ко мне. Капец. Ну что же это будет? Ага, уберите, мне уже таракан жалко стало. Они всей банды на него охотятся. Что? А, да, фу, отдайте ему. Отдайте ему лучше таракана, пусть он заберет, может, это его родственник какой-нибудь. Нати. Все, можно уже закончить с этим тараканом. Страшно сейчас было. Привет-привет, дайте-ка мне чипсиков. Я таракана еще своего покормлю. Бу! Это фотоаппарат? Зеленые не знают, как им пользоваться. Давайте, конечно, пока батарейка не сядет. Как красиво, супер. Лучше портрета, можно его распечатать, чтобы обклеить эти ужасные желтые стены? Блин, у них тоже желтые стены, как у меня, но я-то их украсила. И красиво смотрится, солнечно. А у них вообще ничего не висит. Картины бы. Давайте распечатывать и украшать стены, должно быть все украшено, красиво. Давай, подписывайся. Поздравляю! 1 миллион, ура! Точнее, 100 тысяч. Ибо кнопочка-то серебряная. Сейчас они начнут завидовать. Мы это проходили, знаем. Вот. Короче, кто на что горазд. Каждый показывает, что он может, что он делает. И это и пятое, и десятое. Они решили покорить гиперпространство интернета. Мы так можем, мы так можем, мы всяко можем. Давайте, 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 давайте. 3 дня спустя. Быстро вы сдулись. 3 дня очень мало, чтобы развить то, что нужно. Ну давайте, подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь. Все. На последнем издыхании. Еее, золотая, боже, именно так достигается золотая кнопка на последнем черт издыхании. Сломали. Что будете делать? Истерить. Нет, идею давайте. Пожалуйста, подпишитесь на нас, подпишитесь. Ну, правда.
Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас очень люблю, целую, пока!